Нежный маникюр на жестком оружии, а вместо обращения по имени – хлесткий позывной – «Гадюка». Муж просто часто говорил что-то типа: «Что, ты боишься змей, что ли? Они же своих не кусают». И поэтому в шутку вот такой позывной. То есть, когда сюда пришли, вот эту историю с супругом как раз-таки и вспомнили? Да. Муж, дети и работа компьютерным дизайнером – все это в жизни новоявленного бойца сейчас фоново. А первым планом – обучение на курсах начальной военной подготовки. И вот уже 2 недели рукопашный бой чередуется со стрельбой и разбором оружия, оказанием первой медицинской помощи и даже мотивационной подготовкой. Причем не только для «Гадюки», но и еще 33 представительниц женского пола. Каждая пришла в центр «Рокот», где активно с октября прошлого года обучаются мужчины, и произнесла примерно такую фразу: «Ну, возьмите меня». Да, вот так оно буквально и было. Меня буквально они терроризировали, в хорошем смысле этого слова. То есть приходили, требовали, когда вы начнете нас обучать. Вот. Но мы ждали просто хорошей погоды. И вот уже 2 недели. Солнечно, ясно, горячо. Я очень часто вспоминаю случай, который был в Казани, казанский стрелок, который зашел в школу. И всегда ставила себя на место, вот что бы я могла сделать, если бы я встретила такого человека. Для «Рокота» женский курс пилотный, причем по условиям изначально более жесткий. Если мужчины проходят программу за 2,5 месяца, то дамам на освоение отведено всего 1,5. На середину мая запланирован экзамен и выпускной, а далее никаких прощаний по-английски. Все остаются в семье, а при желании выбирают углубленный интенсив и становятся инструкторами. Еще один учебно-тренировочный день в лагере подошел к концу, и вот сейчас было выполнено финальное задание. Одна группировка обороняла здание, другая, соответственно, нападала. Сейчас как раз идет работа над ошибками. Что касается ребят, конечно, все смелые, отважные, то есть по команде вход и штурм начали просто прям заходить смело, не жалея себя. Сейчас как раз идет работа над ошибками, ну а в едином строю задание выполняли и мужчины, и женщины. Ну а цель, она у всех едина – суметь в любой нестандартной ситуации защитить как себя, так и своих близких. Второй женский набор на курсы «Рокота» запланирован на июнь. Обучение бесплатное, предварительная подготовка не обязательна, было бы желание. Слышишь, «Рокот»? Это ведет буря! Татьяна Домоданова, Максим Архипов, репортер 73.